Юрий, как тебе первый вокалист Iron Maiden? Что-то тоже, да, не очень. Много фальшивых нот. Как-то не круто. Обычно в орломотиковых командах крутые вокалисты, а здесь что-то хлипенько. Сейчас. Поверять все как обычно, да. Блум-блум, просто коровьи лепешки сыпятся на басу мимо всего. Да, тоже Лиза Соколовская исполняет. Такие же бедолажки Iron Maiden. Просто как можешь с Арией сравнивать? Кошмар просто. Неужели, не могу понять, ну там же шобла целая людей. Это же не один человек. Бывает, допустим, когда там One Harry Band, да, и как бы чувак просто что-то дома записал. Ну там же шобла. Ну неужели никто не сказал, ребят, да у вас же все фальшиво в труху. Никто никуда не попал, как бы, ну, в плане ритма, окей, там, потруднее могут слышать, но именно по звуковысотности ультрафальшивые гитары. Неужели никого не было? Хотя бы какая-нибудь, может, мексиканская уборщица бы сказала бы, типа, «Эй, мучачус, а вот это está desafinado». То есть, ну, хоть какое-то бы что-то сказала бы, ну, хоть что, ну, как так-то, блин, ну, что... Нет, это тоже, ну, кстати, мне похоже на Моисея Великана поет, там даже по тембру как будто. Я прям поставил бы, да, если мне сказали бы в слепом тесте, что Моисей Великана записал кавер, я прям поверил бы. Да, реально похоже, как будто Моисей поет. Прикольно. Да.